Здравствуйте, дорогие зрители и зрительницы моего канала. Жанна Кельтнумер, с вами Жанна из Германии. Вот вчера была я в Дортмунде, искала себе утягивающее белье. Ну, такое в виде сорочки, но утягивающее. Раньше было, сейчас там нет в TK Maxx. И заодно хотела посмотреть что-то из зимнего. Но времени не хватило, потому что было мало. Что купила? Покажу. Ездила я целенаправленно TK Maxx. И сейчас покажу, что я там купила. Купила я вот такую прекрасную вещь. Я кофеман. Это кофе с Уганды. Цена была 4, скинули до 2. И она ароматизирована ванилью. Скинули они, хотя до 16 года, до апреля, срок действия кофе. В принципе-то, как говорят эксперты в Германии, что срок годности, вот написано, я уже сегодня попила, срок годности до такого момента они гарантируют вкусовые качества и качество продукта. В принципе, срок годности может быть и просрочен, и качество продукта не меняется, но они до этой даты гарантируют. Это вот так говорят немецкие эксперты по качеству продукции. Так что вот. И еще там был такой замечательный чай. Вот стоимость, значит, не знаю, сколько было заклеено. Так-то его продают по 8 евро, его скинули до 1. Купила я, потому что он ароматизирован папайя и ананасами. Вот. Даже на русском написано. Натуральный черный чай, ароматизированный папайей, ананасами, сахар, лепестки подсолнечника. Как заваривать написано. Изготовитель, значит. Гамбург. В Гамбург поставляется. Почему-то написано, что все на русском, видимо, и в России это есть. Майникум, майникафе, ате. Вот. Там продукты тоже продают. Значит, чай не пробовал, но попробую. Люблю чаек. Купила я вот такое средство. Значит, это у нас люминайзер с амфилифатом. Мне эта фирма нравится. Есть у меня 2 продукта от них. Ссылку приведу внизу. FusionBeauty.com. Это, по-моему, американская фирма. Стоило 12 по полной стоимости. В общем, отличная вещь, мне очень понравилась. Смотрите, какая вещь. Используется, значит, на щеки, вот здесь, вот, вот здесь, вот, вот здесь. На брови можете использовать здесь. Ну, это как хайлайтер выделять. Сегодня я выделила. Смотрите, какая вещь интересная. Вот. Здесь ролик металлический. И им так приятно проводить. Можно, в принципе, и массаж делать. Дело в том, что здесь написано «on» и «off». Сейчас я закрыла. Когда поворачиваете, открывается, нажимается и выдавливается, вот так вот проводится. Так что вот, сейчас «on». И вот так вот проводится. И такое покажу я вам. Вот, выходит крем. Видите? Наверное, переведу чуть-чуть, что пишет производитель этого продукта. Вот такой вот крем. Что он делает? Он делает ваши щеки полнее, по-моему. Морщинки убирает. В общем, такой приятный продукт. Запаха нету. Рекомендую. Есть у меня, сегодня тоже нанесла, вот эти 2 прекрасных продукта. Fusion Brands America Inc.
румяна Грейв и Госип. Кстати, на сайте этот продукт очень дорогой. Стоит он, по-моему, чуть ли не 50 долларов. Здесь вот он стоит 13. Так вот, закроем. В Инстаграм выложу фото. И показываю вам румяна. Хотя их показываю. Представляете, я их покупала в прошлом году за 1, по-моему, за 3 евро. Прекрасная упаковка. Прекрасное качество. И как раз, значит, вот эти румяна, они хороши на зиму. Наношу. Можно наносить пальцем. В общем, это румяна для тех, кто не умеет пользоваться румянами. Вот такая вот скороговорка. Примерно одинаковые цвета. Я купила, что там? Одна стоила 1 евро, другая 3 евро. На сайте они продаются, они очень дорогие. Можно пользоваться пальцем, а я пользуюсь вот такой вот губкой. И так берется и наносит. Контуровку можно делать вот так вот. Здесь можно. Вот смысл поняли. Можно пальчиком. Отличная вещь, отличная вещь. Вот увидите, если будет продаваться где-то недорого, возьмите, не пожалеете. Упаковка просто потрясающе красивая. Внутри еще зеркало. Так что на зиму хорошие продукты. И купила еще вот такую кофточку. Одену, увидите, это настоящий шелк. Вообще цена какая-то смешная. Видите, вот такие рукава с такими пуговичками. Здесь такой ворот интересный. Фирма какая-то. Фирма. Фирма очень дорогая. Где тут цена? Цену, по-моему, брали. А, нет, не брали. Стоит 10 евро. Купила за 10 евро, стоила на 60 евро. А вообще, как бы, какая-то дорогущая фирма. Тут написано 330 евро. Что-то это вообще какие-то цены, да? За 10 евро. Производство Италия. Тут вот это надо отрезать. Сделано в Италии. Написано шелк. Шелк. И, значит, как пользоваться изделием. Вообще, потрясающая вещь. Отлично будет и с юбкой, и с брюками. Она такая длинная-длинная. Блузка. Ну и приступим к следующему. Купила я агент провокатор Майтрес. Без теста. Как-то я читала про этот Майтрес и читала про парфюм, и я этот покупала без теста тоже. Надо сделать мне видео о этих двух ароматах. Что хочу сказать про этот агент провокатор, ау провокатор. Тут прекрасная миру. Прекрасная миру. Но не стоит пользоваться им на вечер, потому что вы не сможете заснуть. Она такой бодрящий, мир, очень красивая. А сейчас мы приступим и сделаем затест. Ну, цена TKMX 24,99. Упаковали они вот в такую пленку. Там еще случайно. Это их не упаковка такая. Ой-ой-ой. Надо было мне ножницы взять. Ну ладно, открываем. Покупала без теста. И читала я уже давно. В прошлом году, по-моему, читала я про этот аромат. Вчера прочитала, что люди пишут. Отзывы такие провокационно противоположные. Фолье идет. Фолье. Откроем фолье.
наука, как красивая упаковка. Вай-вай-вай-вай-вай. Прям зеркально. Смотрите. Такая вот зеркальная упаковка. Потрясающая, да? Сделана в Италии. Номер какой-то приклеенный. Ну, показываю упаковку, чтобы вы знали, что вы покупаете, например, в России. О, кстати, вот она как выдвигается. Выдвинули. Тут красненькое все. Потрясающе. Ох, как красиво-то, смотрите. Вай-вай-вай, как красиво. Прям респект, респектище. Как же его достать отсюда? Ну, попробуем достать. Да, кстати, что-то разрывать-то неохота. А где? А как? Так. Вот оно как. Что ли? Ничего себе. Получается, надо это разрывать, что ли? Неохота разрывать. Какой красивый постамент. А, все досталось. Вот смотрите. Вот там дырочка. И когда вы достаете... Порвать... Нет, не порвалась она. Не порвалась. Там, в общем... Так. Вот она. Вот. Так что имейте в виду. Вот. Ну, потрясающий вид, конечно. Ого-го. Это какой-то латекс. По-моему, латекс. Заглушка пластиковая. Номер должен совпадать. Вот здесь вот номер. Он совпадает с этим. Здесь номер. Не знаю, что будет. Приступим. О, как красиво. Чеку выдираем. Вот не нравится мне, кстати, у них постоянно, когда выдираешь, если не придерживаешь, отлетит. А, чеку выдернули от бомбы. Ну да. Очень красивая такая упаковочка. Ну, у других по-другому, кстати, упаковка я посмотрела. Это вот такая вот упаковка. Так, оценим. Пшики делаю, видите, пустые. Значит, не пользовался никто. Вот он, пошел. Кто-то писал, что похоже на клима. Кстати, есть еще кое-что похожее от клима. Но это не клима, конечно, естественно. Чудовой запах. Кстати, самое интересное, что такого парфюма у меня нет в коллекции. Так что стоит читать фрагрантику. Но мало-мало-мало обзоров на русском язычном интернете этого аромата на Ютубе. Так что вот, мой затест прошел. Парфюм мне нравится. Сделаю видео уже о двух ароматах. Поделюсь мнением, что и как. Сколько держится на мне, что мне понравилось, не понравилось. Да, есть что-то от клима. Но я просто знаю, как клима пахнет. Я уже старый человек. Я же человек времен СССР. И у меня отличная память, кстати. Особенно на времена СССР. Поэтому, да-да, есть что-то. Есть. Но Клима же выпустил Амуаж, Диа. Примерно там что-то есть тоже. Диа. Но Диа мне не понравилось, кстати. Посмотрим, как с этим будет. Так, все, заканчиваю. 15 минут.
рассказала, показала. Так что вот такие покупки в TK Maxx. Выложу еще все это в Инстаграм. В Инстаграм сделаю фотографии покупок, чтобы вы рассмотрели. И хэштеги там будут. Так что увидите фирму эту Fusion Beauty, которую я рекомендую. Отличная, отличная фирма. Отличнейшая, тем более на зиму. До свидания, мои дорогие, до свидания. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал. Кто хочет, подписывайтесь. Кто хочет, подписывайтесь. Я сегодня такая в попрягушках, попрякушках таких вот. Сама собрала, переделала. Это у нас перламутр голубой.